Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Niva 2016 года выпуска. Вот такая неприятность у человека. Немножко ткнулся в столбик. Бампер раскололся, ресничка раскололась. И немножко железа пошло. Также корпус фары немножко лопнул. Заказали бампер с ресничками. Цвет здесь называется жидкое стекло, 696 номер. Сейчас снимем бампер, посмотрим вот этот, если я смогу сделать, хотя я жестянкой не занимаюсь, просто подтянуть на место, вставить и повесить бампер. Пробуем. Поднимаю, снимаю колесо и откручиваем бампер. Снял я номерной знак. Открутил я сверху, вот здесь три самореза. Здесь торкс Т30. Сейчас снимаем ресничку. Под ресничкой, вот под фарами у нас еще есть. Но фару видно, ее вжало. А, вот она, где она раскололась, фара. Корпус лопнул ее. Здесь вот с угла ресничка под бампером закручена. Торкс Т20. Вот сюда она вкручивается. Так, ну фару нам тоже надо снимать. Откручиваем фару. И откручиваем вот здесь вот у нас под номерным знаком два болта, головка на 10. Их тоже откручиваем. Так, и снимаем ресничку. Чтобы ресничку снять, вот окошко. Вот в это окошечко мы отверткой отжимаем в бок. Аккуратненько, допустим. Ну, здесь уже бампер под замену. А так в бок аккуратненько сжимаем фиксатор. И поднимаем ресничку вверх. Она здесь только вот сверху получается зацепилась и держится. Ее здесь на скотч двухсторонний посадили, поэтому вот он здесь приклеен, и здесь приклеен он двухсторонним скотчем. Новую будем устанавливать, тоже будем клеить. Не мог понять, что ее держит. Ну а теперь также вот с торца, как мы там бампер по периметру снизу мы тоже открутили, там получилось 15 саморезов, торкс Т20, отодвигаем бампер и видим, он саморез, который у нас
крепит, вот он, крепит ресничку. Теперь откручиваем вот эти оба токса. Здесь все 30-е идут. Все, у нас бампер, считайте, вот он с этой стороны полностью снят. С другой стороны теперь нам надо выкрутить вот эти, здесь с одной стороны он вырван болт, вот этот выкручиваем. Теперь снизу у нас здесь вот они крепления, мы их просто ослабляем, здесь они пропилены и мы их ослабляем, и теперь бампер у нас может легко сходить, а потом мы их, если что, перекрутим. Также мы сейчас отодвинем бампер, отключим противотуманки. Снизу отсоединил противотуманки, одному держать и отцеплять неудобно. Сейчас отцеплю. И вот она, эта железяка у нас ушла. На нее как раз у нас и крепится бампер. И она же потянула и расколола фару. Замажем ее пока герметиком, а там пускай люди думают, может быть, менять будут фару. Ну, сейчас откручиваем фару, снимем вот это крепление, болт сверху, спереди вот ухо отломано, и снизу два крепления. Одно вот оно, другое вот оно, головка на 8. Thank you.
крепление оторвано полностью. И это тоже оторвано полностью. Ее фару развалило всю, и здесь она лопнула. Ее надо по-хорошему, ее надо менять всю. Здесь он корпус раскололся. Площадочку от крепления фары тоже сместила. Так, ну это я, наверное, не буду даже и мучиться. Я укачу сейчас машину, пусть ребята ее потянут маленько. Они профессионалы. А дальше я уже повешу им новый бампер. Фару пока оставим эту. Новую купим, поставим уже новую. Вот так вот сделали. Ничего. Не дергали, не тянули, взяли, выстучили и из баллончика маленько подкрасили, чтобы коррозия не ржавела места, где там было краска лопнутая. Вот он, новый бампер. Переставил я на него противотуманки. Здесь всего три самореза крепят, как с одной стороны, так и с другой стороны. И поставил вот эти кронштейны, которые у нас держат. Все, больше я здесь ничего не делал. Берем бампер, вешаем, а потом уже переклеим эмблему. Здесь эмблемы, по-моему, нету. Вот и все. Теперь мы крепим этот бампер. Крепим сейчас здесь саморезы, которые вот у нас. Вот эти саморезы. Вот здесь, которые у нас на фаре, саморезы. Потом мы закрепим реснички. Ну, пока крепим вот этих 5-7 саморезов. Фару пока ставим старую. Завтра купим новую, поставим новую.
Сначала фара ставится, потом уже бампер наживляется здесь. Поставил фару. У фары только одно крепление осталось, поэтому здесь зазор такой плохой. Новую фару когда поставим, снизу крепление будет на месте стоять, зазор будет нормальный. А так она болтается, здесь, только вот на этом креплении держится. Сейчас прикручиваем снизу, а нет, мы сначала ставим реснички. Я ее приклеивать не буду, потому что нам ее придется снимать. Ну а фара заменим, станет ровно. Здесь зазор появился, получился чуть-чуть побольше. Все-таки эту не дотянули немножко до конца. Ну, когда фару возьмем новую, уже подтянем, здесь поставим на место. Ну, в принципе, все. Бампер заменили. С обоих сторон все встало, все закрепилось. Смотрится. Ну, целая небитая машина. На этом все. Всего вам доброго.